Кочерга, спасибо большое за донат. Текст доната на запись. Гена. Все одно. Да. Кочерга, это такая музыка. Это отлично. Гена. Холодно-то. Мне кажется, звук барабанов немножко странный. То есть это как будто они звучат как живые, но как будто обработаны до максимально какого-то ненатурального звука. И я не уверен, что это прикольное решение в этой песне. Здесь очень много каких-то вот этих верхов таких задавленных, как бы, при этом. Ну, это что-то около нойз-попа, кстати, определенно. Вот эти реверберованные девчачьи штуки, вообще можно сказать, что придримпопленное все такое, типа, не знаю. Но очень неплохо. Мне интересно, у них реально такая идея была, вот прям вот такую музыку сделать, вот так ее именно сделать. То есть это, по мнению тех, кто это сделал, это идеальная запись или просто у них вот, ну, примерно так получилось? Если идея такая, то идея странная. Мне кажется, это чуть-чуть по-другому было бы прикольнее сделать, чисто хотя бы по сведению. Отрефлексировать дебафы. Да, кстати, мистер Фрич, ты прав. Спасибо, что подсказал. Ребят, если что-то странное происходит, типа на стриме, не стесняйтесь мне подсказывать. В башке все не держится особо. Конечно. Что это за стиль вообще? Сложно сказать точно. Это около нойз-попа. Подобные звуки, чем может быть. Ну, это, то есть, такое, это мелодичная музыка с очень грязным таким звучанием, очень андерграундным, очень именно там, вокал утопленный. Это точно задумка, да, например. Такие там злые, низкие такие рифы на гитаре, при этом перегруз не сильный, то есть какие-то вон электронные вставочки вошли, еще. То есть вот это вот. Вон дилейчики пошли вообще. Построковое, не знаю, там. Экспериментальное говно.
Может, их реально нарисовали в MIDI-клавиатуре, просто очень странно нарисованы. Мне кажется, нет. То есть... Ну, типа, сама партия нарисована хорошо, но звук, то есть, ну, если это нарисовано, то почему тогда... Ну, на это, кроме говяности звука, ничего не указывает. То есть, если человек так хорошо в плане партии изобразил живого барабанщика, то как у него при этом так говяно звучат барабаны? То есть, для меня это какая-то загадка. Doomgays. Ну да, типа шугейз, я что-то даже вообще забыл про это название. А это как бы такой шугейз... Ну, типа, более грустный получается, да, такой, не знаю, как это так кратко сформулировать. Ну, тут нет же дум-метала, типа, в этой музыке. То есть тогда что имеется в виду? Причем здесь дум тогда, интересно. Тяжелые рифы дума, дроуна, постметал. Постметал с нотками шугейза. Постметал. Вот как раз в чем прикол. То есть отсюда вот эти построковые дилейчики, потому что это, грубо говоря, что-то там в сторону построка, но металл. По сути, постметал, да? Дроун, я не очень хорошо помню, что это. Ну, типа, тут, я, ну, не знаю, если это дум, где, как бы, злой думовский звук. Это здесь странно. Кудение гул. Музыкальный тон или кластер. Экспериментальная музыка, нойз, экспериментальный рок. Ну, можно, наверное, это сюда отнести все. И шугейзовость такая, как бы, да. Короче, в целом, да, это вот, типа, вот... Получается, около шугейз даже так правильнее было бы сказать. Ну, вот я привык такую музыку называть нойз-поп. Понятно, что есть какой-то конкретный жанр, который именно вот, вот это имеется в виду. Но, по большому счету, мелодичная музыка, которая при этом с шумным таким грязным звуком, ну, типа, нойз-поп. Тем более, истоки нойз-попа те же самые. Вот там нойз-музыка, дроун, инди-рок, альтернативный рок, поп-музыка. Родственные лоу-фай, шугейз производная. То есть, по сути, я правильно сказал, нойз-поп. Потому что шугейз — это производная там нойз-попа. Смотри, также дрим-поп, экспериментальный поп, инди-поп, нойз-рок. Ну, то, что мне нравится, типа, те жанры, которые вот интересно прям послушать в них всякое там разное из этого всего. Честно, хз. Как будто проще не жанр назвать, а... Может, пару названий каких-то. Ну, не буду ничего говорить. Скажут, там, говнарь, еще что-нибудь, не знаю. Ну, короче, в целом это такое направление, вот что скажу. То есть просто, а что там слушать? Да, блин, Нирвану можно отнести к нойз-попу, по большому счету. Даже. Так что вот хз. Ну, то есть это именно... противоположность попсового как раз металла такого, да, то есть потому что здесь все сделано именно намеренно не вылизано. Вот в чем прикол такой музыки. Мне в целом это нравится. Вот, но этот трек такой, он как бы, он вайбовый, прикольный, но для меня странноватый. Ну, то есть барабаны какие-то просто долбят странно, все верхние частоты там какие-то как будто передавленные. То есть момент атаки по тарелке прям какой-то очень странный. Чисто из-за этого не так кайфово слушается. Ну, для меня. Но в целом интересно. Спасибо большое за донат.